Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, и мой канал «Заработок в интернете». Вчера я зашла в проект без вложений, сайт для заработка и продвижения проекта в интернете. Сегодня я хочу его проверить на вывод. У меня на балансе 5,88, а минимальная сумма на вывод, так же как и для пополнения, 5 рублей. Я что, вчера немножечко напутала. Значит, обмен визитами, смотрите, без вложений рекламировать свои проекты. Значит, нажимаем обмен визитами, нажимаем посещение визитов. И просматриваем, да? Значит, после того, как просмотрели, у меня вот 3 визита. После того, как нажимаете «Мои сайты», и уже сюда нажимаете «Добавить сайт». Реферальная ссылочка сюда, название, краткое описание. Нажимаете «Добавить», и у вас добавляется. И сколько вы просмотрели визитов, столько вот у меня почему-то просмотров 49. А я насмотрела визитов этих вроде 14, как-то так. Точно не помню. Вот. Ну да ладно. Давайте выведем. Ну, понятно, да, рассказала как бы. Так, нажимаю личный кабинет. Будем проверять его на вывод. Нажимаю вы. Так. А настройки здесь есть? Настроек не вижу. Так, секундочку. Общая поддержка, общение. Ну ладно, подавайте, будем выводить. Будем там уже по ходу разбираться. Вывести. Угу. Сумма 5 рублей. Payeer и Яндекс.Деньги вывод. Сюда номер кошелька. Значит, выбирай Payeer. Сюда номер кошелька. Ну и будем выводить. Так, запрос на вывод средств успешно отправлен. Запрос, я думала, инстантом будет. Ну, давайте я немножечко подожду. Значит, не имеет смысла, я поняла, ждать. Сделаем так. Смотрите, вывод средств производится в ручном режиме. Заявка проверяется в течение суток. Максимальный срок проверки 3 рабочих дня. Вывод денег, ну тут возможен. Как денежка придет, я запишу тогда еще видео. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!